Филе помыть, обсушить бумажным полотенцем и разрезать вдоль. Затем наше филе накрываем пищевой пленкой. Это нужно для того, чтобы не забрызгать всю кухню. Далее хорошо его отбиваем с двух сторон. Потом посолить, поперчить, отложить в сторону. Пока наше филе отдыхает, берем два яичка, разбиваем их в удобную посуду, добавляем соль, перец и хорошенечко взбиваем венчиком. Также не забываем про муку, насыпаем либо в какую-то пиалку, либо прямо на досточку. Итак, сначала наше филе обваливаем в муке, потом в яйцо и потом опять в муку. На разогретой сковородке обжариваем с двух сторон. Пока обжаривается филе, можно натереть сыр. Я это делаю почти на самую мелкую терку, для того, чтобы сыр быстрее плавился. Когда филе обжарилось, посыпаем сыром, накрываем крышкой и выключаем огонь. Сыр прекрасно расплавится под крышкой. Буквально через пару минут наше филе готово. Филе получается сочное, мягкое, очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить, я обещаю, вам понравится.